Если бы еще днем мне сказали, как моя жизнь изменится к вечеру... Я бы не поверил. Добрый вечер. Вы что-то забыли? С работы уволены. Ты уволен. Толик, ну маму хоть подай напоследок. Жена изменила. Классика. Толик. А вот это не совсем классика. Скорее постмодернизм. Я оставил кошелек дома. Отрабатывать. У нас мужской стриптиз. Станцуй свободен. Этот чудик на сцену выйдет? А ты что, завидуешь? Я вообще-то утёлок пользуюсь популярностью. Ну-ка, сниму-ка я лапша с ушей. Попробуй. Жизнь сильно меняется. И вкусы публики тоже. Я предлагаю тебе стать моим танцором. Эй! Знаешь, люди начали уставать от всего этого искусственного. Эти куклы надоели. Мы можем быть стрип-клубом с танцующим персоналом. А куда девать основной состав? Ты хочешь закрыть нас? Ах. Держитесь, Анатолий. Вы будете танцевать стриптиз. Но как это будет выглядеть? Это ужасно. Я как будто на сварку смотрела без маски. Она отвернула своего лучшего танцора, сделав ставку на твой проект с танцующим персоналом. Я прям почувствовал себя звездой. Моя задница кэш-машин. Клево. У тебя появилась влиятельная поклонница. Наконец-то мы одни, мой Рокки из Мытищ. Простите, вы кто? Так горячо тебя немножко, да? Верни микроволновку. Я иду ва-банк. Ты сама похоронил свой бизнес. Поверь в себя. У тебя все получится. Ты сегодня взорвешься. Стриптизеры. Такая хорошая качелька. Это качели для секса.